Он у меня появилась подружка-индианка. У нее на лбу портак, а я думал обманка. Ее звали Ханка, и мы хорошо с ней сообщались. Она кайфуша еще, да, мы с ней вместе тусовались. У нее в общаге метровый кальян. Она мне предлагала, есть желание, братан. Мы курили, угорали вместе с ней. Она смеялась от дури, а я смеялся над ней. Все было хорошо, и мы друг друга полюбили. Я подумал, пришло время для постели. Я снял квартиру, взял коньяк, она влал, накрыл стол. Она сказала, вау, мы выпили с ней. Она напилась, как обезьянка. Я говорю, и пойдем в спальню, Ханка. Ляжем и никому не скажем. А она погнала и всю ночь песни распевала. У нас ей ничего не получилось. И на следующий день все заметно изменилось. Она стала режем не звонит. Опять с индузами гуляет. Перестала кайфовать, рано ложится спать. На смс не отвечает, звоню, сбрасывает. К ней пришел, нас официально на выход показывает. Я говорю, в чем дело, я забыл про тот инцидент. Она говорит, нет-нет, кет-кет. В тот момент мне было совсем не по себе. Я твой друг, Ханка, я привык к тебе. Она говорит, уходи, дорогой. Мы не можем быть вместе с тобой. И я больше к ней не звонил, не приходил. Короче, забыл, разлюбил. И в один прекрасный вечерок возле дома слышу пьяный голосок. Ханка, как дела? Она пьяная пела и танцевала. Я проводил ее в общагу, а она легла спать. На следующий день приходит ко мне опять. Милый, ты должен знать, меня зовут не Ханка. Я вовсе не Синди, не индианка, я с Чимкента. Просто от парня шифруюсь, он хочет меня украсть. Вот в Алмате тусуюсь, а я подозревал, но не понимал. Ты говоришь щит или щищин, не расшифровал. А как тебя зовут? Макпал, Макпал. Прощай, Макпал. И я пошел домой, расстроенный, обманутый, в непонятную историю втянутый. Она кричит, милый, нет, поехали со мной в Чимкент.